Итак, 18 литров спирта сердца, спиртуозностью 45 оборотов. Разбавляю водой до кромки, чтобы получилось 20 литров. Конечно, желательно перегонять меньше спиртуозностью, разбавлять сильнее, но с целью экономии электричества и воды буду перегонять один раз. С поправкой на температуру крепкость 41 градус, 20 литров абсолютного спирта, 8,2 литра, соответственно 10% голов, 0,82 литра голов. Мощность плитки 700 киловатт, температура в кубе 76,6. Замечательно стекает флегма. В узле отбора 75,6. Полчаса колонна поработала на себя. Включаю капельный отбор голов. Итак, вкратце, что такое захлеб колонны. Это происходит тогда, когда температура восходящих паров по нашей царге сталкивается с переохлажденной флегмой и происходит так называемое закипание флегмы от паров. Начинается она внизу у самого куба и постепенно поднимается вверх, и соответственно нарушается весь процесс. Поэтому целью данного эксперимента было выяснить максимальную мощность нашей плитки, чтобы в дальнейшем не повторилось никаких захлебов. Вот и долгожданный захлеб колонны. Все, надо электричество, напряжение у плитки обрубать. В моем случае 2000 ватт, максимально допустимая мощность нашей плитки.